медицинский работник проставлен. 6.39. Механик у нас проставлен. Путевая документация – это первое, на что обращают внимание госавтоинспекторы при проверке рейсовых автобусов. Следующий этап – осмотр технического состояния транспортного средства и его оснащение приборами контроля. Эту проверку можно осуществить визуально. Проверить, допустим, тормозную систему, проверить рулевое управление, подтекание каких-то жидкостей. Вот. Также проверяется средство технического контроля режима труда и отдыха. Это тахограф. Главное – обеспечить безопасность перевозки пассажиров. В ходе рейда серьезных нарушений инспекторы не выявили. Автобусы полностью готовы к ежедневной работе. Эмилия Аракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».